Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня небольшая закупка продуктов из магазина «Лента». И я ее снова заказала через Сбермаркет, несмотря на то, что мы уже выздоровели, у нас уже нет никакого карантина, тесты у нас с мужем пришли отрицательные, то есть мы уже можем спокойно передвигаться по магазинам. Но, вы знаете, я думаю, что у меня теперь постоянно будет, буду именно заказывать, просто по причине того, что самой не нужно это таскать, и плюс это экономия времени все-таки, да. По ценам получается все то же самое, плюс еще Сбермаркет постоянно мне дарит, вот у меня спрашивают по поводу купона на скидку, у меня был индивидуальный купон, который мне прислали, чтобы стимулировать сделать еще один заказ, ну, знаете, да, вот это вот «закажите настолько-то, получите там бесплатную доставку», «закажите, получите скидку 500 рублей», там, ну, вот это вот все. Вот, но такого промокода, с которым бы я поделилась с вами, у меня, к сожалению, нет. Вот, заказать крупы, картошку, не знаю, там, что-то такое, вот, да, тяжелое, а уже тоже мясо, фрукты какие-то, еще что-то, пойти докупить в местных магазинчиках, на рынках. Это вообще очень-очень удобно. Я, наверное, так и буду делать. Конечно же, как-нибудь съезжу и сама в магазин «Ленту», но пока пользуюсь данной услугой, тем более доставка мне обошлась бесплатно. И также меня спрашивали по поводу веса. Если у вас заказ с весом выше 30 килограмм, то получается доплата 90 рублей. Но так как мне Сбербанк прислал промокод, то мне все это обошлось бесплатно. Вот. Ну, я не знаю, можете где-то на просторе в интернете найти, может быть, есть какие-то купоны и так далее. Вот. Но лично у меня, к сожалению, нет такого. Вот. Но давайте уже покажу саму закупку, и чек, как всегда, будет в конце видео. Сумма чека, она идет в начале, а дальше уже список товаров идет. Так, девочки мои, напроверялись, устали. Да, Босенька? Вот. Давайте начну вот отсюда. Здесь заказала вот такую туалетную бумагу, большую упаковку. На нее была скидка, и она получилась по цене, если, по-моему, там что-то 12 штук или что-то такое. Ну, в общем, была скидка, поэтому взяла такую большую упаковку. Это я взяла пеленки вот такие дешевле, чем вот эти 365 дней. Я не находила. Это для моей маленькой собачки Джуси. Она и на улицу ходит, но ночью не вытерпевает, да, и ходит на пеленку. Так, это в школу я купила, нужна им вода и одноразовые стаканчики, чтобы пить воду. Ну, я потом еще просто докупаю вот эти баклажки, сын у меня относит, вот, и вот такие вот. Большим кулером у нас почему-то в школе нельзя пользоваться. Так, ну и давайте здесь, значит, купила я 3 десятка яиц, вот эти вот С0, хотя я люблю покупать вот эти вот домашние яйца, они у нас продаются, правда, они в два раза дороже вот этих, поэтому вот эти вот, ну, я и те покупаю, но домашние яички, которые я покупаю, я их обычно отвариваю, ну, чтобы так поесть, да, или яишенку сделать, а вот эти уже использовать для приготовления всяких яких блюд. Так, заказала вот такую голень с кожей, тоже пожарю, у меня младший сын любит, куриную грудку, тоже она, кстати, по акции была, и заказала вот эти вот вязанка, молокуши. Большая упаковка была без акции, маленькая по акции. Ну, я думаю, ладно, возьму маленькую, что ж там. Но вот эти молокуши очень вкусные, сосиски, прям советую от всей души. И колбаску вот такую же я взяла. Вареную вот эти, у меня эту колбаску муж и с яишенкой с утра жарит, ну и бутерброд и так далее, то есть она у нас отлично. Также майонез вот такой сметанный взяла, очень мне нравится, кстати, Махеев вот этот вкусный. И сметанный, он такой легенький майонез получается, действительно, даже можно в борщ, в суп любой положить, будет очень вкусно. Дальше, здесь напитки у меня, ну, соки это как всегда, мои мужчины попросили, а вот это я купила, вот это было просто по акции, поэтому я взяла в школу садик, это вот вода, яблоко, виноград, вода и сок, вот такой у меня обычно такой старший берет, ну, как бы детская, ну, ладно, он сказал, нормально мне, ну, он у меня вообще такой непривередный, ему что купишь, что он и возьмет, вот. Поэтому взяла. Ну и соки здесь вот мультифруктовые, 5 штучек, этих 6 взяла. Ну вот это ладно, но они мне помогают, мне мальчики хорошие, поэтому можно иногда вот это вот все. Но у меня каждую закупку получается, ну бывает.
Так, Кока-Кола, Фанта и чипсики вкусные. Кстати, вот эти вкусные чипсы, на самом деле. Вот. Немножко молочки. Много молочки я не стала покупать, ни сметану, ничего. Зайду в местный магазин, там в Вологодске у меня вот эти молочные продукты очень вкусные. Поэтому, да, я купила только деткам вот такие с шариками Даниссимо, им очень нравится. И вот это масло Вкуснотеево. На выпечку оно тоже очень хорошо, печенье получается обалденное вот с этим маслом, прям очень вкусное, так что советую. Так, здесь я вот круассанчики вот такие взяла, это у меня и на завтрак могут поесть, и с собой брать, в общем, везде они у меня уходят. Еще вот такие тоже, они, по-моему, по акции были, видите, такие круассанчики с кремом какао, и вот такую упаковку, тоже достаточно часто их беру. Также здесь из вкусностей, ну тоже, ну что делать. Муж попросил сухарики к пиву, вот, собирается пивку попить. Это у меня детки Миллер попросили. Ну вот эти вот Кит-Кат, кстати, я тоже очень люблю, вкусный немножечко конфеток. Вот, так, взяла еще также фрукты и овощи, да, чтобы мне особо не таскать. Я потом просто что-то вкусненькое докуплю, ну, из фруктов я имею в виду, немного, чтобы мне не тащить, знаете, там несколько килограмм яблок и мандарин и всего остального. Красные апельсины вот эти вот, я, правда, взяла тут, получилось у меня всего 4 штучки, это где-то на килограмм. Очень они вкусные, с красной мякотью. Увидите где-то, обязательно купите. Прям сладкие-сладкие, очень вкусные. Это апельсины с красной мякотью. Дальше клементины взяла где-то. У меня получается сколько тут? 1,5 килограмма, где-то примерно так, да? А здесь у меня сколько? Ну да, здесь где-то 1 килограмм у меня получается. Так, дальше. Яблоки, вот эти вот, кубанские багряны, какие они вкусные, всем тоже увидите, где-то советую. Единственное, что кожица жесткая, но внутри они просто сладкие, сочные, обалденные яблоки, тоже вот купила еще. Груши конференц, мальчишки мои любят, и вот это манго. Посмотрите в чеке, как оно называется, девочки, в конце вот видео будет чек. Очень вкусная манго, она просто обалденная. Даже вот здесь вот немножко вот такая штучка, но это не страшно. Его даже не нужно нигде класть, чтобы оно дозрело. Оно уже вкусное. Просто обалденная манго, всем советую. Также лаймы купила. Вот такие 4 штучки у меня получилось. Ну там по весу ставишь, по-моему, 300 грамм. И взяла лимоны Узбекистан, но я не знала, что они вот такие, как мандаринки по виду. Ну, просто говорят, что вот эти лимончики Узбекистан, они очень, ну, такие прям хорошие. Вот, в общем, взяла вот такие 2 лимончика, получилось у меня. Дальше овощи. Капуста, кстати, спросила, обычно ставят там килограмм или что-то в этом духе капусту. Как вот у них, они, в общем, снимают вот эти вот старые листья и взвешивают только, вот получается, вот такой качан. То есть старые листья плохие, все они снимают, оставляют их там. Даже я, на самом деле, такого не делаю. В общем, ладно. Маленькая капусточка, очень удобно. На супчик, например, и там на салатик. Супер. Огурчики вот такие взяла. Кстати, неплохие, они не мягкие, очень даже хорошие. Среднеплодные, гладкие. И вот такие вот, ну там что-то выбора помидорчиков не было особо. Вот какие-то взяла вот такие круглые. Вот какие-то тепличные, 700 грамм упаковку. Вот. Ну ладно, пусть будет так. И морковь мытая. Почему-то не было моркови эконом. Мытая морковка стоит 85 рублей за килограмм. Кошмар, конечно. Морковка эконом ничем не хуже мытой, но ее почему-то вообще как позиции не было в наличии, что ли. Или, может быть, она плохая сегодня там вся лежала, не знаю. В общем, ладно, морковка нужна, взяла. Так, и здесь вот у меня как раз свекла эконом по 38 рублей и лук эконом. Что свекла, что лук, что морковка эконом очень даже хорошие. Так что, кто ездит в ленту, берите. Ну, там раз на раз не приходится, наверное. Вот. И здесь у меня еще картофель 5 килограмм. Тоже неплохая сеточка. Посмотрела, картошка очень даже неплохая. Вообще, мне очень нравится, как выбирают продукты. Вот те, кто собирает, потому что собирала мне девушка, звонила, а приехал мужчина, да, сборщики очень вообще молодцы. Вот, так что я такое купила основное,
основное тяжелое, а потом просто буду заходить куда-то в магазинчик и что-то другое еще. Мясную лавку обязательно за мясом пойду. Ну и там, соответственно, тоже вкусности всяких, ту же молочку, например, возьму. Вот. Так что вот такая вот у меня получилась закупка. Давайте вам покажу чек. И еще совсем забыла показать, он пока тут не носил, я положила сразу в морозилку, забыла достать. Вот такие наггетсы еще заказала, тоже они были по акции. И пельмени вот такие меленькие, и вот такие вареники с картофелем и жареным луком. Кстати, они очень вкусные, так что, ну, чтобы у меня такой НЗ, запасы были в морозилке, у меня обязательно все это должно быть.